Но я вместо золота загружаю в самолет радиоактивные отходы, взрывчатку 180 тонн, и над Москвою это все взрываю. Понял? Прямо в центр на Кремль, блядь, самолет направлю, блядь, и нахуй взорву, блядь. И что будет потом? Москва нахуй сгорит, блядь, и все в радиации будет, блядь, вы сдохнете, пидорасы. И что потом? И все? И вот это пидорас... Хорошо, Москвы нет, России нет, и все. Да? Китайцы сразу заходят, 5 танковых дивизий заходят на Урал, да. И, блядь, и становится, блядь, оборону делает, и захватывает Сибирь. Mm-hmm. Япония захватывает Курилы, Сахалин, mm-hmm. Значит, полностью всю эту часть, делятся с китайцами. Что? Человек а сюда, а с нашей стороны, НАТО, блядь, НАТО, заходит зачистку делать. А, НАТО заходит? Да, да, НАТО, НАТО это Украина. НАТО это Украина. Это тебе сегодня во сне приснилось, а, человек? А? Тебе это сегодня во сне приснилось? Вот это что ты мне сказал? А? А я думаю, это тебе все во сне приснилось. Ладно.